В этом году Ульяновская область, согласно поручению президента Российской Федерации, активно включилась в программу догазификации. Она предполагает подключение домов, не имеющих газа, в уже газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан. Прежде всего, «Газпром» газораспределение Ульянов совместно с правительством региона и администрациями муниципальных образований разработали план-график догазификации. Согласно этому плану-графику и программе догазификации, общее количество негазифицированных домовладений в регионе составило более 4,5 тысяч единиц. Из них количество домовладений, не требующих строительства газопроводов, вводов, то есть нулевое подключение, составляет 1225 единиц. О преимуществах социальной догазификации говорить точно не приходится, потому что, во-первых, большие финансовые обязательства на себя забрала «Газпром-газификация». Сегодня в части финансирования подводки газа до границы участка это бремя лежит, по большому счету, на «Газпроме». На сегодня компания «Газпром» газораспределение «Ульяновск» уже построила газопроводы до границ 365 земельных участков. Среди счастливчиков, чей участок вошел в это число, стал Олег Кучанов. Он построил новый дом в деревне Садки Цельнинского района. Оставалось его только газифицировать. Еще год назад за проектирование и строительство газоотводов, подводящих к участку, ему пришлось бы заплатить в среднем 70 тысяч рублей. Теперь эти расходы взяли на себя структуры «Газпрома». По новостям узнал по программе газификации до участка границ бесплатно и решил воспользоваться. Написал заявление в газовое хозяйство. И вот, провели, сделали. Все отлично. Да и дешевле, да, ну конечно. Дрова дорогие, уголь дорогой, электричество дорогое. Вот теперь газ есть, теперь надо заняться отделочными работами, теплее. Чтобы попасть в программу догазификации, необходимо направить заявку. Это можно сделать через портал госуслуг в МФЦ, портал единого оператора газификации connectgas.ru, а также клиентский центр газораспределительной организации. Здесь специалисты готовы и принять документы, и ответить на все вопросы. Программа догазификации будет продолжена в следующем году. Самый большой объем работы, конечно же, предстоит у нас в 2022 году. Мы четко знаем, как это все сделать. Вот. У нас на сегодняшний день с правительством Ульяновской области, с «Газпром» газификацией, с основным оператором в рамках всей страны заключены все финансовые договора, подписан график до газификации по объектной, по адресной. Если же о догазификации говорить пока рано и газа в деревне или поселке нет, то стоит проверить, включен ли ваш населенный пункт в программу развития газоснабжения и газификации региона до 2025 года на интерактивной карте «Газпроммэп.ру», которая разработана «Газпром Межрегионгаз». Ирина Антонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.